I'm a warrior of battle in this life, this war. Inferior men get rattled. Сборов в Дагестане. Вот. Надеюсь, что после этого боя, если получится, и какие-нибудь сборы будут к какому-нибудь, там, не знаю, там, чемпионату России, чемпионату Европы, какому-нибудь турниру, обязательно пойду в Дагестан, потренируюсь. Вот. Так что, что еще? Последняя тяжелая неделя, ну, скажем так, в то же время она немножко отличается от других по той простой причине, что сегодня, хоть я и уже поборолся, побил лапы 3-5 раундов, очень интенсивное битье по лапам, скажем так, было с элементами ground and pound, грушу, чучело носил вокруг ринга, вокруг сетки. Сегодня просто пробежку у меня, может быть, еще сделать какие-нибудь спринцы. Завтра спарринг, надо сделать как минимум 3 хороших раунда. Не стоять, сопли не жевать. Вот. Завтра, возможно, после спарринга, невозможно, побью лапы. И вечером, скорее всего, пойду бегать в Сент-Дунс по холмам. В пятницу тренировка с утра, и в районе 12 часу дня поеду обратно в Чикаго на машине с Альбакерки. Где-то займет мне 16-18 часов езды. Вот. И в среду уже из Чикаго полечу в Атлантик-Сити. Так что не забывайте на orlovsky.ru заходить, orlovsky.com, на мой твиттер. До скорых встреч. Спасибо. Все, счастливо. I'm a warrior of battle in this life, this war. Inferior men get rattled, the cattle slaughter the horde. I'm Sun Tzu on the battlefield, I take by force, I run through you, I'm battered steel.